Всем привет! Сегодня у нас добровольная вакцинация баранов. Соблюдены все меры гигиены. Набираем вещество. Не привился, не подходи близко. И не выходи из дома. Детей в школу не пускай. В магазине тебе делать нечего. Вот так мы должны сделать, чтобы другого ничего не было. Сегодня, как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать, я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать. Так, бараны. Сегодня у нас вакцинация. Первым желающим, добровольно привившимся, в подарок зерно и вода. О, желающих сколько! Эх, молодцы! Куда ты? Так. Так. Так, сердцебиение. Отлично. Нос холодный, пульс в норме. Есть. Есть отказники? Вы еще маленькие, несовершеннолетние. Вот так постепенно мы вакцинируем всех баранов. От глистов. Сейчас вот этого сразу же отметим биркой. Так, следующий кто? Следующий. Тихо. Отлично. Никаких противопоказаний. Через месяц повторная вакцинация. Надо запомнить их. Хуже не будет. Всем пока. Такая вот деревенская жизнь. Все стерильно, все по-настоящему. Хорошие условия. Всем мира, добра, здоровья. Счастья, покоя. Ни о чем не переживайте, не задавайте лишних вопросов. Так надо. Врачи рекомендуют. А вы еще маленькие. Но уже увесистые.